Всем привет! Сегодня немного нестандартный выпуск, это эксперимент. В общем, мы решили поиграть в PUBG, до этого я играл в Солянова, сегодня у нас будет дуо. Играть мы будем с Domi Games, если что, залетайте на канал, также и канал игровой. В общем, если вы ждете классных киллов, это точно не этот ролик поговорить, поразбираться, плюс Дима не очень умеет играть в PUBG, поэтому я его сейчас буду учить. Что из этого получится, давайте посмотрим. Так, ну давай, я нажимаю готов. Тебе я нужно готов. Тоже нажать готов. Подготовка. Да, я взял, значит, третье лицо. По идее, там стреляют послабее, ребята. Вот. Ну, естественно, мы сейчас падать будем куда-то подальше, чтобы мы просто разбегались, там, научились лутаться. В общем, возможно, мы больше времени сейчас будем проводить в лобби, нежели в игре. Вот, ну, в общем, будем учиться. Не без этого. А мне вот с этими с пушками, короче. Сейчас будем разбираться. Ну ты ж подходи к столам. Так, ага, все, да вижу я тебя. Да. Все, ну и ты ж понимаешь, то есть пушку, когда ты взял, получается, то ее ж надо перезаряжать, то есть она без патронов. Ну, это я уже прошел, все. Я понял. Это ж я ж провел целый, сколько там, 40 минут в этом. Ага. Я провел. Ну, а вообще так. В шутеры ты играешь или нет? У тебя один ну, кризис прошел. Ага, так. Так, одиночный бэ, во, вспомнил. Да, да, по этом есть, да. Что-то умею, да? Да. Сейчас да. Посмотрим, что тут за киберкотлеты. Вообще, возможно, просто потом придется снизить планку и пойти в PUBG Mobile. Там людей больше, поэтому с маленьким рангом, как у нас, ну, тоже будет людей больше. То есть, потому что тут, ну, бывает, вот как-то я играл, то есть, ну, у меня что-то ранга особо никакого нет. И вроде нормально-нормально, перестреливаю, ребят, потом оп, киберкотлета, ну, вот там щелку убил, ты такой, ну, ты понимаешь, что, ну, то ли читы, то ли скилл, то есть, и точно он не моего уровня, ну, то есть, я ему ничего не могу противопоставить. О, так. Так, что делать, куда лететь? Сейчас думаю, нам надо, чтобы никого не было, то есть, всякие вот такие вот места мы не рассматриваем, то есть, это не наше. Нам надо в какие-то помойки упасть, а-ля вот это. И вот все. Это-то где? Я ткнул на карте метку, видишь? Готовься, повернись направо. Мышкой направо относительно самолета. Нажимай F, полетели. Нажимай F. Так, развернись. Ты видишь меня на мини-карте? А, вижу, вижу. Все, W жми, чтобы лететь вперед. Да, я уже понял. Супер. А раскрыть когда парашют? Ну, если не раскроешь, он раскроется сам, когда высоты уже мало будет. То есть, в принципе, можешь его, ну, потому что, ну, лететь быстрее без него. Вот, ну, когда конечно. Уже будешь над точкой, смотри вниз, получается, то есть. Я вижу, да, это я уже. Красавчик. Так, идем на абордаж. Так, сейчас я чекну, есть ли кто, никого не вижу, да, мы тут сами. Так, ну теперь давай, начинаем лутаться, то есть, естественно, мы далеко не разбегаемся, но и в одно здание вдвоем не бежим, потому что, ну, смысла нет. Ну, да. Жепу прикрываем, да? Угу. Ну, я так понял, пока никого нет. Надеюсь, чуть позже подойдут какие-то боты, мы хотя бы постреляем, что ли. До того, как нас в лобби отправят. О, у меня этот... Ой, не люблю я это, короче. Каска. Каска, это хорошо. Слушай, ну тут пушек прям много. О. Так, что тут у меня... Ты вообще по оружию сильно разбираешься там, что и что? Да нет, патроны. Я смотрел, но патроны, да, патроны я уже смотрел. Угу. Огонь. Не знаю, как будет у меня этот. Калибраторы всякие там, глушители. Ага. Это ну, они различаются, то есть есть ППшки, там пистолет, пулеметы, они же и на пистолеты будут, все вот эти насадки. Это спереди, если мы говорим. Вот, потом, ух, ничего себе, у тебя по броне что, я тут уже даже третью броню уже успел найти. Ну, броню я только штаны нашел. Угу. Ой, точнее, не штаны, а этот. В смысле, а, да, штаны же нельзя найти. Ну да, я жилет, говорю. Да, жилет. Подожди, я да, вроде жилет каску, наверное, где-то пробежал. Вот, в общем, потом есть АР-ки и есть снайперки.
Ну, я стрелял снайперками, да, я проходил, поэтому. Так. Так, что у меня здесь? R. Перезагрузочка. Ну, тут надо играть. Опыт, конечно, тут решает все. Да, тут очень сильно решает. О, я снайперку нашел. Вот это мое. Забирай. Я там нашел М. Я не помню, что оно там. Хорошая снайперка, но я не умею с нее стрелять. Поэтому я ее оставил, если хочешь, можешь забрать. Не-не, я тут взял уже снайперку. То, что в Counter-Strike называлось шприц, если помнишь. Которая один выстрел и три дырки? Не-не, это вот которая не это. То есть, ну в этой игре она помощнее получается. Если в голову, она, по-моему, сразу убивает. Но, опять же, я такой знаток, я уже 100 лет не играл. Вот на канале, когда последний раз PUBG выходил, вот тогда я последний раз PUBG играл. А, не, так, не... 10 патронов. А что, кстати, у тебя по оружию? Слушай, ты что-то очень долго в том доме тусишь. Погнали дальше. Не, я уже другой дом залутал. А. Нам еще, кстати, в зону надо бежать. О, я этот взял тоже. Так, по оружию я не знаю, друже. Я все, что мог. Ну нажми таб, скажи, что у тебя там. Вот у меня М416 и СЛР-ка. Так, у меня Мини-14, BCC. Ой, вот это надо будет выкинуть, то, что у тебя второе. Подожди, я, по-моему... Ладно, пойдем дальше, сейчас найдем, потому что нам в зону надо. В принципе, недалеко, но бежать надо. То есть, будем стоять, ничего не получится у нас. Сейчас мы тебя припакуем. Блин, головы нет, у тебя что по... А, у тебя вторая, отлично, башка, это хорошо. Тут, короче, этот... Ветер учитывается, да, при выстреле? Ой, я даже не скажу. Точно пуля не заваливается, насколько я помню. Так, 7.7.62 мои. Вот эти мои. А, я или не про нее говорил? Да, про нее. Вот это М24, вот. Вот это вот снайперка. А, вот это? Угу. Да, мне она понравилась тогда. Можешь забирать. Это как? У нас, если первый взял, тогда меняем эту. Выкини вот это, то, что у тебя на девятках там. ВСС-ка она, по-моему, называется. Не знаю, как в этой игре называется. Ой. BCC, который, или что? Наверное, да. То, что не минька у тебя. Вот это, да, она. Пятерочка. Короче, тут самое главное, собирай, короче, а потом бах, и тебя... Тебя кто-то убьет, да-да-да. Ты собираешься, да, потом опять идешь в лобби, и опять собираешь. Для кого-то такой, принес. Ой, спасибо. Ой, слушай, мне тут вообще какую-то лажу принес. Да-да-да. Что он тут приносил мне? Опа, тут уже кто-то фаерганы запустил. На 262. Тоже нашел. Ну вот, когда мы научимся играть, будем туда бежать и у людей отнимать их. Так, полицейский жилет 2. Да, но у меня уже третий. То есть, ну тут видишь... А, кстати, если найдешь каску вторую, говори. Она была здесь, по-моему, и лежала. Ладно, уже пойдем в другой дом. Там найдем. Нам надо в зону бежать просто, потому что она скоро так, начнет там, спущаться. Да, беги ко мне. Блин, игра, дай ботов, что ли, хоть кого-то пострелять. Я, может, оно и к лучшему, хоть поговорим, да? Ограничения, да. В мобайле, когда ты вот только-только начинаешь играть, там вообще, в принципе, тебя запускают только с ботами. И, ну, ты хоть можешь пострелять. Ага. А в обычном, кстати, PUBG, по-моему, ботов вообще убрали. То есть там одни у нас киберкотлеты сейчас. Да. Ага. Слушай, я предлагаю немного проехаться на технике, чтобы в зону попасть. Далась. Я немного переживаю, что нас накроют, и мы не успеем. В самой зоне полутаемся. А я переключать не могу, да, оружие, пока не знаю там? А я не знаю. Может, ты можешь. Расскажи мне. Ты, боже, я уже испугался, ты же предупреждал. Едут они на охоту. А вот еще машины есть. Ну, давай где-то тут как раз и остановимся. Не, лучше чуть-чуть. Ай, тихо. Так, я гараж. Так, ага. О, калаш.
Калаш. Ну, калаш хорошо. В этой игре не очень. Он да? очень, да, разброс большой, то есть очень сложно о, контролировать. О, у меня сковорода. Я нашел сковороду. Это круто. То есть на замену калаша тут есть берил. На берил просто можно обвесы навесить, и тогда получше управление. Разброс, контроль. Я, кстати, тоже вот пока ждал, что ты подключишься, зашел в тренировочный лагерь. Посмотрел, каково оно стреляется, если ты не прицеливаешься, то есть ты на правую кнопку мыши прицеливаешься, но ты можешь ее зажать, то есть он как там от бедра или как это называется, он стреляет. И там довольно-таки сильный разброс, то есть если противник не в упор, лучше не стрелять. Да, это я уже прострелял. Так, каску нашел, пабговскую, 3-го уровня. Забирай, а я у тебя сейчас приду, тогда вторую заберу. А, не, все, я нашел вторую, не приду я к тебе. Нашел, да? Да. Что у тебя по аптечкам? Аптечка, малая аптечка есть. Одна? Да. Это да тебе еще сейчас дам. А ты не находил... О, слушай, глушитель есть. Тебе нужен глушитель? Не знаю, нужна ли она мне. Блин, мне с вот этим еще непонятно, где какую ставить в этот... Так. А где ты есть? Давай встретимся друг другу. Патронтаж это на снайпу. Так, еще одно шлем. Я тебя найду. Это кто-то о, стреляет? А, да. Ты. Это вот, не я. Все, нас начнут сейчас в лобби отправлять. И трогайте нас, мы пацифисты. Давай в здание забежим, иди сюда. Я скину. Так, а как ее? А тебе одну аптечку. А у меня, подожди, у меня две малых. О, полная. Две малых. Ага, ну у меня еще большая есть, бери туда еще одну маленькую. Чем мне столько? Она не берется, не хватает места. А что у тебя? А ты что? Нет, у тебя первый рюкзак. У меня 10 бинт, да. А что такая... ты молчишь, что у тебя первый рюкзак? Я не шарю. Честно, я смотри, не у знаю, тебя внизу по центру вот рюкзак нарисован, каска. А, и... с одной этим. Ага, каска 3, вот. Все, теперь увидел. Вот 3 это максимальное, то есть надо хотя бы вторую найти. Ну пойдем искать. А я не понял, там лежали рюкзаки, но я что-то не увидел, ну, не разобрался. Нормально, мы же учимся. Да, это вообще моя первая катка, слушай. О, сковорода надо? Да, где? Иди сюда. Иду. Жепа твоя будет целая. Ага. Есть такое, все, символ. Так, первый уровень не то. Первый уровень, нет, рюкзак первый. Так, аптечка. Которая не возьмется у тебя. Да, который не возьмется. Так. Блин. А что у тебя по прицелам? Тебе прицелы не нужны? Ноль, прицелов никаких вообще нет. В смысле? И ты молчишь, я там четверку пробегал. Так, хорошо. Ладно, буду знать теперь, что надо еще... Не, я знаю, что надо прицелы, но... Ну, если честно, даже коллиматор даже не нашел. Что странно. Ну ты хоть как-то, я вообще нуб-нубяра. О, винчестер. Так, давай тогда нам надо как-то перебраться через мост. Попасть туда. Давай, наверное, там вот домики есть, нам туда куда-то. Там кто-то, кстати, настреливает вот с той стороны. На 170. Желательно, чтобы он к нам не пришел. 170 это... А, вверху. Да, наверху у тебя компас. Кстати, вот зона. Все, понял. А то 170, думаю, чё? What? Вы получаете 47 БР. Да, мне тоже. Ага, и нам опять надо двигаться. Так. Ну, зона недалеко, кстати, ушла. Сейчас метку перекину. Так, я здесь, по-моему, где-то рюкзак видел. Блин, а наверное теперь за зоной остались машины и всякое такое, ну да. Ладно, сейчас я быренько гоняю туда. Я понял, тут ничего, надо бегить. Беги на мост, прыгай в машину. Поедем дальше. У тебя. Что, я в машине не могу более утолялку? Интересненько. Залазь. Время против нас. Сейчас мы с горочки поедем. Ай.
Поехали. Это наша машина. Так, давай тут тогда еще побегаем, надо долутаться тогда до конца. Как раз надо болик схавать, потому что немного покоцался в зоне. Так. Так, черепушка. Это что было? Это бомбежка, красная зона, видишь на мини-карте? А, да-да-да. Вот. Я, извините, чуть не обделался. Война началась, а меня не предупредили. Ага. 27, кстати, всего в живых. Что-то как-то странно. Позаканчивались люди. А, да, мы хорошо в этот. Ну, да, просто бегаешь и да, ничего не делаешь. И вы, ну, выигрывать, конечно, тут еще вряд ли. О, но... мачете. А мачете надо, нет? Ну, она тебе не помог. Кстати, мачете вместо сковородки встанет, поэтому не бери. Я понял. Что, блин, у тебя за оружие? Нет. Так, у тебя минька. У тебя, по сути, две снайпы, ты понимаешь? Да, я уже понял, но ты сказал калаш не брать. А, стоп, вот есть. М416. Годится, то что надо. Только есть ли у тебя патроны, потому что... 30 патронов. Это мало. А, ну у тебя и на миньку то же самое. Ну да, меняй, так что у тебя как минимум ничего не поменяется. Так. Иди сюда, я тебе сейчас насадок дам, у меня есть. Вот это забери возле меня. Значит, тактическая ложа. Не-не, ко мне подойди, вот это ее жопа еще называют, забирай. И вертикалку. Вот вертикалка вот. Так, теперь тап нажми, и видишь, что оно встало. Да, уже стало, все. А, теперь... зона пошла, мне... да? Погнали, да. Мы забыли про зону. Капец. Слушай, надо тогда в этот раз будет, наверное, прям в центр зоны заехать. И чтобы не париться, потому что, видишь, мы пока очень медленные. Да ну, извини, если мы уже сыгранные были... Ну, это 22 да. Выживших. Если бы мы то с тобой уже не одну катку прошли, ты сказал, ты ёшкин кот, Димка, что ты творишь? Да ё-моё, ну, как оно управляется? Оно не рулится ей. А я рулил на этом. На тестовом. Может, оно из-за того, что тут снег, то есть, ну, оно якобы эмулирует занос. Ой, да ладно, не, ну, криворукость пальцев на снег, ну... Ну, хорошо, хорошо. Я попробовал. Мы на фазу 2 зашли. Угу. Что бы это ни значило, да? Так, я типа твой... Гардхипер, да? Гардхипер. Верно. Бодикипер, во. О, там вон здание, нам, наверное, туда. И тут, наверное, все пролутано, и уже просто сидит какой-то кемпер и ждет, пока мы придем к нему. Лолики сейчас... А, привет! Ага, да. Что это принесли, шо? Да? Да. Ладно, лезем. А что, не... Ну, мы будем серьезно выглядеть. О, третий броник забирай. А, тут кого-то, Макань, кстати, убили. Ага. Берилу чувака. Это не то. Была заруба. О, второй прицел хоть возьму. Кстати, если четвертый нужен, вот я выбросил прицел. Тут кого-то убили. Да, он встал на меня. И вот тут возьми в ящик, подойди, тап нажми, там еще прицел забери. Ага, есть, стал. Я так понимаю, тут уже остались умелые ребята, так что, в принципе. Да? Угу. Так. Ну, тем интереснее будет, я думаю, да? Кто-то бежит. Да, кто-то бежит. First blood. Гранату он бросил где-то. Ага, нет. Это я. Так. Тебя покоцало? Да, есть немножко. Полечись. А, блин, а я, кстати, сам болик не схавал. Так, ну, ладно, этот был не крутой чувак, либо он... А это... как лечь? X или Z, вот где-то там поищи. Ага, Z. Кто-то едет. Слушай, давай встретим. Давай. Где-то на 340. Честно, не вижу. Не видишь? Не, ладно, погнали в здание, потому что если он нас сейчас где-то тут увидит, то пощелкает. Не будем пока высовываться. Авось до топ-10 доживем, да? Что у тебя по рюкзаку? А что ты с первым? А у того чувака разве рюкзака не было?
Нет, по-моему, не было. Я Не, смотрел, не, у не него. верю, не верю. Иди еще раз посмотри. Давай я с тобой выйду, вдруг чего прикрою. Ну, он пришел в третьей броне. Не, у него третий рюкзак, иди забирай. Где? Иди сюда, где труп. Вот где я, иди ко мне. А, все. Я привык, что труп должен труп, а где ящик, это уже не этот. Ну, труп пропадает, остается ящик потом. Ну, это я уже понял, да. Блин, я слышу его. А, я его вижу, кстати. Ты где? Ты на стреляешь? 230, да. Но лучше уходить, он, если захочет, ну, у него преимущество будет, потому что у него горка. Давай, наверное, вот в то здание пойдем. Поменяем позицию, потому что я как бы спалился. А вот это может по мне стреляет. По тебе? Да. Ничего себе. Или это... Ну, тут засвета ж нету, правильно? Ай, все, погнали в здание, погнали, погнали, манси. Сейчас, если маслину нам отправят, то на этом все закончится. Ух, есть. Так, ну тут вовсю используй третье лицо, подходишь к стеночке и смотришь боковым зрением. Это ты? Ты видишь его? Да вроде возле этого был, у меня через прицел. Или то камень, я ж не различаю еще, понимаю, где камень, а где человек. Да, есть такое. О, кто-то едет, да? Я даже не знаю, попал я в него. Попал. О. Можно было бы, конечно, подсосаться, но я даже не уверен в своей стрельбе. Кто-то... О, мы в топ-10 вошли. Поздравляю тебя. Ну, мы зашли поиграть, короче, сразу топ-10. Сейчас чуваки такие, что? Так они первый раз зашли, короче. А у тебя же это вообще первая настоящая катка, правильно? Да, да, это самая-самая первая, короче. О, мы еще и в зоне. Слушай, а тот чувак, кстати, к нам сейчас тянется. Возможно, мы даже с ним встретимся. Который на машине вот это был наверху. Потому что его зона сейчас гонит на нас. В общем, сидим. Тут не будем пока усовываться. Давай сыграем на плейсмент. Это чё? На место. На... Да, да. Ну, а, на местности. На место. Да, не-не, плейсмент, ну, то есть на это. На позицию. То есть вот сейчас топ-10, если нас убьют. Знаешь, что самое теперь классно делаю? А-а-а. Профессионально. Меняю оружие. Круто. Ну, там где двое лучше, чем один. Хотя против, я смотрел катки, которые чувак там вообще восьмерых уложил. Угу. В трусах. Бегает в трусах, короче. О, 95, фаза 4. Ага, нам надо, кстати, двигаться. Так, сейчас. Да, у нас идет этот. Ого, и много двигаться. Ничего себе. Так, ну нам транспорт нужен. Так, давай. Погнали. О, да, с другой да, стороны да. Выходим. Ныряем в забор. Если повезет, и тут есть транспорт, то это круто. Что, помним, что сзади у нас чувак, который может нам отлично так навесить. Оплеухи. Угу. Давай вот сюда в низинку. Я помню. О, машину вижу. А далеко? А, вижу, все, вижу, вижу, да. Погнали. Давай сейчас вначале в дом залезем, я еще раз карту посмотрю. И заодно прочекаем там наперед чуть-чуть. Так. Нам надо двигаться. Хотя, может, машина, я даже не знаю, или наоборот, нужно ворваться просто в зону. Да, поехали, в общем, была не была. Сейчас, единственное, знаешь что, забустись, возьми буст. Полик или энергетик есть? Нету. Нет у тебя? А-а. Сейчас дам. На, забирай.
Это более утоляющая, которая, да? Да. Ну там энергетики болик, они одинаково действуют. Ага. То есть ты быстрее бежишь, плюс. Вот, зона пошла, все, бегом, 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 машину в машину. Готов? Да, давай. Ну прыгаешь в машину. Да я ж типа хочу добежать. Слушай, мы... Будь готов стреляться сейчас. Возможно, мы приедем, будут сразу чуваки. Я полностью даже сковородку поправил. Так, прыгаем в здание. Так, двери закрываем. А, это так себе здание, если честно. Ну, это одно название, да. Слушай, надо что поменять. Давай в соседнее попробуем. Так, что у нас тут по туалетам? Вроде никого. Так, двери закрыть. Все. По углам сидеть, в окошке смотреть от третьего лица. Вот, 107 накинули уже. Поинтов каких-то. Ну, 10 по-прежнему в живых. То есть, в принципе, видишь, уже все... Блин, нам опять двигаться надо. Мы не в зоне. Сейчас буду карту смотреть. Итого. Да, плохи наши дела. Там точно уже кто-то будет. Ну да. Я думаю, нам не простят просто такого этого. Что, машину попробуем? На машине будем врываться. Где мы ее оставили? Ну а что делать? Да, все, погнали. С этой стороны где-то она должна быть. Вот она. Далась. Ой, спасибо, ты меня надамажил. У меня пол хп осталось. Прощения, apologize вообще. Ты мне говори, куда ехать? Да я метку поставил, правее, правее руль. Еще правее. Вот на те здания, да. О, так, стреляет. Да, это по нам полю. А, нет, ну. А, да дави его! Все, стой. Все, в дом. А, там встречает нас! Меня убили, потому что у меня пол хп только было. В соседнее, в общем, здание. А можно я хоть одного? Да, конечно. Не. Слева, чувак. По шагам он слева. Так. Да, вот там. Это возле здания бегает. Право. А, да? Да. Ну ладно. Ну и чё, до пятого места дошли. Что-то ты как-то пропадаешь. А ну еще раз скажи. Я здесь, я просто плачу. А, да? Так трогательно. Так просто вообще. Как занять топ-5? Ну просто... А такое, да, бывает. Там же видел, есть ролики, где люди там занимают топ что-то там, там без единого убийства, например. Там, да, топ да, да, да. Такого рода, ну то есть туда, это вполне такое может быть. Так, а ну мне интересно, кто кого по итогу. Так я сам смотрю тоже, да. А, их двое... Ну они тоже. Ну это какие-то бравые ребята. Видишь, у того масхалат, значит, они брали этот airdrop. То есть тут явно какие-то сыгранные. Так, тебя там, лутает? Да, походу. Меня лутает. Но мне не повезло, ну получается, ты поехал, у меня же машина раскоцала. И получается... А я ж садился со стороны не руля. Откуда я знал, что она поедет? Вот, и получается, я ж только выхожу, и он меня сразу кладет. То есть получается, было бы хп, возможно, я бы еще что-то сделал. Ну, а как же ж без тиммейтов, которые тебе подставили? Да. Мне было бы неинтересно, если бы ты сам просто сидел. А так вот, смотри, какая катка. Ну, кому скажи, так что я вообще в топ-5 вошел. Ни одного выстрела не сделал.